Здравствуйте и добро пожаловать в Тулу. Здесь, на стадионе «Арсенал», местный одноименный клуб принимает калининградскую «Балтику». Это 20-й тур «Мелбет» первой лиги, первенство России по футболу. В эту ветреную, морозную погоду 7 тысяч с лишним зрителей собрались на трибунах. «Балтика» в атаке. «Балтика» атакует. «Балтика» в штрафной соперника. И удар Лазарева! Перекладина! Сейчас счет мог быть открыт. Сергей Игнашевич, я думаю, по достоинству оценил эту попытку. Кузьмин там заварил кашу, ну а партнеры поддержали, поддержали как следует. Попытка пробить или просто доставить мяч туда глубже в штрафную. Прострел, удар и гол! Гол! «Балтика» открывает счет. Гидеон Кузина забивает юбилейный 10-й мяч в нынешнем первенстве. И это его персональный Эверест. Сориентировался. Не так-то просто было мяч вот выгрести. Мяч, который шел, ну, может быть, не так удобно. Не так удобно ложился на ногу. Лазарев пасовал. Лазарев и Кузина. Они друг другу помогают в последних турах. И вот то, как регулярно покрикивал на своих партнеров вратарь Левашов, все это было неспроста. Навес справа. Удар Левашов выручает. Если бы не вратарь, «Балтика» уже три могла забить. И посмотрите, как хорош Владислав Лазарев. Посмотрите, как хорош Мусаев. Посмотрите, как хорош Гузина. А кто плох у Калининграда? Все хороши. Ну, поле. Он, видели вы, поскользнулся, нога поехала. А Лазарев пасует. Кузине. Кузина. Прострел. Удар. 2-0. Тамерлан Мусаев делает счет 2-0 в пользу «Балтики». Честно говоря, как нельзя было предположить, что вот такой темп примет игра с самых первых секунд, не то что минут. Также трудно было предполагать, что перевес «Балтики» будет таким внушительным. И снова Арутюн Григорян. Тонкий пас. Но мяч не сумел обработать Камран Алиев. У нас есть ВАР на этом матче, так что можно быть спокойными. В пограничных ситуациях. Подача Кузины. И слета. Да! Да! Шикарный гол. Максим Кузьмин. 3-0. Это разгром. Ну, пока промежуточный. Но, ну что они творят? Когда «Балтика» завершала матч против «Шинника», футболисты в центре поля растянули такой баннер «До встречи весной». Но вот еще, что называется, второй день свадьбы, да? Ну, Кангва вообще мало играет. Эванс Кангва. Кингс уехал в Белград. Передача в штрафную. Гол! Гол! Гидеон Кузина! Что творится? Что творится? Кошмар первого тайма вновь призраком встает в штрафной «Арсенала». И давайте еще раз посмотрим эту атаку. Она такая же размашистая, такая же привольная и раздольная, как вся игра «Балтики». Кузьмин пасует. И Кузина завершает. Вот такие легионеры, они абсолютно необходимы нашему футболу, потому что они делают его ярче. Атака «Балтики». Падение в штрафной. Но мяч в сетке. Мяч в сетке. 5-0. Это не просто разгром, это демонстрация полного превосходства. Потрясающе. Потрясающе. И посмотрите, вот мяча из-за боковой. Здесь же прессинг. Подхватывают мяч калининградцы. Это делает Барков, только что вышедший на замену. Сокол. Пас направо. Ставпец. В касание. Великолепно. Сокол! Удар! Латышонок дотянулся и подчистили защитники. Дудев. Он на ваших экранах, это он сейчас где-то, наверное, и выручил команду, потому что, мне кажется, там готовы были внести этот мяч за ленточку футболисты «Арсенала», но «Арсенал» не сдался, но «Арсенал» сегодня был жестоко бит. «Балтика» по-прежнему единоличный лидер, и она останется таковым на всю паузу в чемпионате.